Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Всем добрейшего утра. Выбрались мы на болото. На утряночку. Сейчас доберемся до нашей болотинки. Выставим пару чучалок и поставим махал-махалача. Махал-махалыч – это махокрыл. Ладно, все. Видим. На вечерочке взяли парочку черков. И все. Установил экспериментально махал-махалыча. С Алиэкспресса проходит краш-тест. Вот. Пару чучалок бросим. Да. Может, что прилетит. Работает как трактор. Ну все. Ждем утку. Потихоньку расцветает. Сзади меня тетерев какой-то такой. Интересно. Тишина. По поводу ружья. Ружье морочки. Nexus 12. Вот. Патроны 32 грамма семерочка. Сибирь, азот. Отлично стреляет ружье. Патроны хорошие, навески. Резкость хорошая. Если попал, то попал. Ладно. Ждем-с. Нашу уточку. Ну что, друзья, утряночку отстояли без выстрела, но птицу видел. Вот. Сейчас пойдем, потопаем с подхода. Я думаю, эффект будет, добыча будет. Так что оставайтесь с нами.
Все, что ли? Ой! Ну там вроде это такая взрослая, покрупнее утка-то плавала. Или мамаш прячется, наверное. Ну да. Хлопунец. Это, видимо, выводок, да? Далеко. Здесь могут. Красиво! А? Две. А как их доставать? А ты там взял? Там взял? Молодец. Я стрелял. Все, эти доходят. Так, достаем одну. Крыжню. Вот она. Андрей Георгиевич добыл. Пойдем доставать других, которые с одного выстрела две. Вот. О, хорошая. Пока тут собирал, поднялась еще уточка. И Андрей Георгиевич красивым выстрелом добыл еще одну, да, Андрей Георгиевич? Итого у нас 4 криковых с куста. Смотри, сейчас еще вылетит. Ну, они тут всю ряску притоптали. А? Нет, а на крылья все.
Да, в болотниках можно. Спокойно, я и говорю. Так что, в следующий раз, если будешь здесь стрелять, знай, что нормально. Жесткое дно. Двенадцать, да, выводок был. О, водичка-то тут холодная, кстати. Такая прям. С полем? Дай с полем, дай заеду. Ну вот, наш сегодня совсем, я бы сказал, скромный результат. Да. Норму закрыли мы. Сначала с утра вообще ничего не летало. Мы думаем с Андреем Георгиевичем, о чем мы будем сидеть тут, ждать у моря погоды. Поехали с подхода. По канавкам. Да. Да. Вот. Чуть-чуть взяли, нам хватит. Да, а теперь обработать их бы еще. Да. Хорошо, хорошо. Короче, мы собираемся до дома, обрабатываем птицу, а вы не забывайте подписаться на канал, написать комментарий. До скорых встреч, увидимся в угодьях. Да, точно так.